Ваза может стать эффектным акцентом или гармоничным дополнением интерьера. Она подчеркнет индивидуальный стиль, сделает обстановку уютной и домашней. Смотрите наше видео «Топ-5 лучших ваз для цветов до конца». Приветствуем вас на канале Посудомар. У нас все, что вы хотели узнать о посуде. Тренды, современные технологии и вечная классика. Цветы украшают нашу жизнь, помогают сказать слова любви или благодарности. Но без воды любой живой букет быстро завянет. Ему нужен сосуд, который не только сохранит растения свежими, но и подчеркнет красоту стеблей и яркость лепестков. Мы подготовили топ-5 лучших ваз для цветов по мнению покупателей интернет-магазина «Посудомарт». В него вошли популярные модели, используемые под букеты и как декор сами по себе. Хрустальная ваза для цветов, узкая, высотой 28 см, бренда Nachmann, коллекция Bossa Nova. Ваза понравится ценителям изящных линий, она хорошо впишется в самые разные варианты оформления интерьера. Коллекция Bossa Nova имеет неповторимый дизайн из причудливых кристаллов в форме квадратов, создающий плетеный орнамент. Оригинальный рисунок, созданный руками баварских мастеров, подчеркивает кристальную прозрачность и блеск посуды. Ваза для цветов изготовлена из высококачественного бессвинцового хрусталя. Вследствие применения уникальных технологий свет надолго задерживается и неповторимо играет в хрустальных гранях. В качестве ухода рекомендуется ручная мойка. Хрустальная ваза для цветов высотой 30 см бренда Кросно, коллекция «Романтика». Ваза из коллекции «Романтика» эффектно подчеркнет красоту цветов. Ваза имеет устойчивое дно, поэтому подходит для тяжелых букетов и интерьерных композиций. Предмет украшен изящным витым узором, благодаря которому ваза красиво переливается на солнце. Изготовлена она вручную из бессвинцового стекла. Прочный материал со светоотражающими свойствами не тускнеет, он устойчив к появлению сколов и царапин. Ваза польского бренда Кросно будет уместно смотреться как в классическом, так и в современном интерьере. В качестве ухода рекомендуется периодически удалять пыль, мыть вручную. Хрустальная ваза для цветов Opti высотой 24 см и шириной 20 см бренда Nude Glass. Коллекция Opti, разработанная дизайнером Daphne Koss, это результат взаимодействия фактур, форм и углов. Изогнутые линии стекла в сочетании с вертикальным волнистым рисунком создают современный дизайнерский объект. Ваза для цветов – это гармоничное сплетение функциональности со стильным дизайном. Изящная ваза подходит как для сложных, так и для простых цветочных композиций. Рекомендуется мыть вручную мягкими моющими средствами. Ваза для цветов «Волна» высотой 16 см бренда «Валлендорфер». Мануфактура «Валлендорфер» была основана 30 марта 1764 года в Лихте Валлендорф в Тюрингии. В отличие от многих известных производителей керамики 18 и 19 века, фарфор «Валлендорфер» выпускается до сих пор. Руководство фабрики сохраняет традиции и хранит в секрете старинные рецепты фарфоровой массы. Ассортимент мануфактуры включает превосходные сервизы и декоративные предметы из твердого, бисквитного и костяного фарфора. Марка компании – зеленая или синяя буква W, очертания которой менялись в разные периоды. С 2006 года она сопровождается короной и годом основания. Фарфоровая ваза «Волна» является прекрасным доказательством того, что красота в простоте и первозданности. Изысканная форма и чистый белый цвет превращают ее в настоящий шедевр, который украсит любой интерьер. Ваза идеально подойдет для небольших букетов из живых цветов, а также для высушенных трав и других композиций. Вазу разрешено мыть в посудомоечной машине. Стеклянная ваза Royalty высотой 24,5 см бренда Rastelli. Ваза Royalty от Rastelli – это роскошное и элегантное интерьерное украшение. Модель изготовлена из прозрачного стекла высокого качества, которое сохраняет со временем кристальную прозрачность и не мутнеет.
изящная обтекаемая форма, фантазийный изогнутый край, обилие мелких деталей, изысканная гравировка. Ваза бельгийского бренда Растели напоминает распустившийся бутон, который хочется рассматривать бесконечно долго. Изделие идеально подходит как для классического интерьера, так и для пространств, оформленных в современном минималистичном стиле. Рекомендуется ручное мытье с использованием мягких моющих средств. Завершить сегодняшний ролик мне бы хотелось словами из стихотворения поэта Андрея Дементьева. «Дарите женщинам цветы, как нам они улыбки дарят». А на сегодня это все новости из мира посуды. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в интернет-магазине «Посуда Март» или прийти подержать в руках и лично убедиться в качестве в нашем магазине «Посуда Март». Адрес магазина в описании к видео. И, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал «Посуда Март». Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте и пишите мне ваши комментарии. До новых встреч на YouTube-канале «Посуда Март».